Москва отметила 1 мая под девизами «За достойную работу, зарплату, жизнь, детям право на отдых и оздоровление» прошла профсоюзная демонстрация на Красной площади. В акции, как сообщается, приняли участие до 130 тысяч человек. В начале демонстрации в колонии профсоюзных активистов прошел мэр российской столицы Сергей Собянин. Шествие, посвященное Дню международной солидарности трудящихся, провела и партия КПРФ. В первых рядах колонны, насчитывающей около 3500 человек, лидер коммунистов Геннадий Зюганов с однопартийцами. Перед началом шествия Зюганов заявил журналистам, что сегодня Россия отмечает не только праздник весны и труда, но и праздник борьбы, сплоченности и солидарности.